Всем привет, это еще раз я, и сегодня мы будем разбирать песню группы Кино «Виктор Цой. Пачка сигарет». Для начала разберем вступление. На вид оно довольно сложное, но на самом деле это очень легко. Итак, дергаем третью струну на четвертом ладу. Переходим на пятый лад. Что у нас получается? Затем первая струна седьмого лада и первая струна пятого лада последовательно. Потом тот же лад, вторая струна, тот же лад, третья струна. Что у нас получается? Затем первая струна третьего лада, зажатая, потом открытая. Тот же лад. Открытая, зажатая вторая струна. Затем первая струна пятый лад, первая струна второй лад последовательно. Теперь возвращаемся в исходное положение, но играем с 5 на 4 лад. Третья струна. Что у нас получилось? Еще разок медленно. Затем играем, дергаем третью струну на пятом ладу. И та же комбинация, но первая струна, вторая струна. Третью мы не дергаем, переходим сразу к первой на третьем ладу. Обратите внимание, вторая струна сначала открытая, потом зажатая на первом ладу. И обратно. Что у нас получается? Теперь играем перебор, это уже концовка вступления. Играем третья струна зажатая, вторая и первая открытая. Значит, третья, первая, вторая, третья открытая, вторая. Теперь проиграем все вступление медленно. Теперь перейдем к аккордам. Аккордов 4. ЕМ. АМ, С, Д. Играем таким боем. Обратите внимание на аккорд Д. Я периодически добавляю звук мизинцем на первую струну. Повторяем за мной. И играем. ЕМ, АМ, С,
Всем спасибо за внимание. Меня зовут Вовчик. Удачи!